Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие 6 лет, человека, которому мы доверим принятие стратегических решений нашей безопасности и благополучия. Такими словами призвал всех на избирательные участки полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он принял участие в голосовании сегодня утром на одном из избирательных участков в Калининском округе Тюмени. Избирательные комиссии на местах, люди профессиональные, работают уже четко, значит, отзывы у людей тоже неплохие. И, конечно, тут главное не ошибиться. И сегодня принять участие, 3 дня голосуем, поэтому я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области, всего Уральского федерального округа, что в течение 3 дней надо найти время все-таки прийти на избирательные участки и осуществить свое право.